Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Возвращаемся в замечательную игрушку, давно, кстати, в ней не были, под названием... My Singing Monsters. Да, спасибо большое за огромное количество советов, помощи, добавлений в племя, добавлений в друзья и так далее и тому подобное. Да. Собираем наш кэш. Ну, неплохо. Теперь так выглядит наш остров. Юля, что вы изменили с прошлого раза? Я не помню уже, показывали ли мы вот полностью тут обстановочку. По-моему... Сменилась внешность некоторых монстров. Ну, это да, я, в общем, тут принарядила некоторых. Красавцы стали, смотрите просто, так, эти такие же. А этот нам тогда выпал. Вот, выпал. Я заменила обычного. Кто еще? Вот, как клубничка, земляничка. Так. Кто-то еще у нас красивым стал? Здесь нет. Все, красивых больше нет. Но... На всякий случай, иногда в комментариях ребята пишут, какой у нас... Это да? Где какой у нас год? Нужно помощь? Приглашение, да? Помощь. Нет, это помощь. Нет, не помощь. Да блин, да нет, где не помощь. Это? Нужно найти где? В поддержке, может быть? Да, вот да. Здесь. В общем, вы можете добавиться. Напомню, что добавляются только, к сожалению, ребята, кто играет на ПК. Да, но, ребят, всем спасибо, кто к нам заходит, факелы зажигает. Да. Это очень приятно. Так, потихоньку будем показывать наши другие острова. И также хочется сказать спасибо большое, кто поддерживает наш канал. В особенности респект вот этим людям. Александр Цапук, Квисанс ДС, Прив Ятем, Апалтот, Димка-невидимка. Да. Огромное вам спасибо за поддержку. И кто хочет нас поддержать, заходите на пусть. Ладно, следующий остров. Такс, да. Денежки это собрались. У нас ледяной. Замок у нас уже такой нормальный. Что вы здесь изменили? Я смотри, здесь такой парень. Еще серьезный. Украшательства появились. А, ну для чего? Здание. Ну просто украшения. Ага, спасибо. Смотри, какой это пунктушка. Крутой. Вау, ништяк. Кстати, спасибо, то, что присылали там слепленных этих монстров. Круто, да, выглядит очень. Да, очень круто. Пингван, вон, смотри, внизу. Он тоже. Да. Так, с чего у нас тут вылупилось? Его нужно расчехлять или что? Ну, как бы, или да. Или его высечь надо? Его надо разместить. Просто я разместить. Случайно нажал, ну, там, да. Он на самом деле получается четырехэлементный. Вау. Надо его, кстати, опыта прокачать. Много дали. Может, мы что-то можем получить, собрать. Хо-хо. Неплохо. Денежек надо. Собрали. Что надо. Нужно с ним сделать? Его надо покормить. Ну, покормим. Чтобы он, типа... Хорошо. Так. Удобно, кстати, знаешь что? Ничего себе он добавил. Когда включаешь инфо. Так. Инфо включаешь. Включаешь. Нажмешь статистику и кормишь. Типа. И видно, как с уровнем... Вот прокачивши, корми. Качает, да, до пятого. И видишь, под насколько прибавляется. То есть он такой, отследить, его надо прям побольше отследить. Будет откормить, потому что он много денег. Хорошо, сегодня мы обязательно ваши острова посмотрим. Естественно, кстати, ракета знаменитая, которая в игре была, в Playground. Да, и вон, смотрите, у нас, короче, я, ну, так уж вышло, что пришлось прокачать и открыть некоторых монстров. У меня здесь почти все, ну, такие открытые, важные, которые... Губка вон это, или как там ее зовут? Вот этот классный, да, мне нравится. Свисточек. Чисто свист. Да, пока я еще украшениями не занималась, но потому что денег надо на это очень много. Да уж, ушло на это. Здесь что-то есть интересное? Да, везде заходи. Гуляем, я понял, гуляем везде. Просто сейчас Юля всем тут заправляет все остальное. Такс, собираем. Да, собираем. Во-первых, вот так, здесь у меня есть... Спасибо, ребят, большое. Редкий монстр, он вот прям этот? Реально редкий. Вот этот? Ну, типа, да, это я купила его за звездную вот эту... энергию, там? Да? Да. Который в племени, по-моему, это лопага, или как там его? Прикольно, тут музычка. Круто, что на каждом острове реально своя мелодия. А еще мы можем вот здесь, мне выпало с одеждой. Вау! Она за кристаллы, кстати, продается. То есть мы размещаемся. Да, конечно. Мне просто, пока я выводила, мне выпал вот с таким значком мигающим. Где подружки будут здесь вот так. Вот. Я такая думаю, блин, надо оставить. Она как-то... офигенная. А, ее покормить можно? Ну или... да, конечно, давай кормить. Юри-ю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 ри-
Пусть будет 5 уровня. Тогда. Все. Ого. Классно, да, выглядит. Серьезно, серьезно. Так что. Блин, идем далее. Чем больше островов, тем больше удивления от того, как все тут может меняться. Конечно. И наличие монстров-то совершенно разные. И так, действительно разные мелодии. А вот здесь у меня интересно, кто выводится. Узнать бы. Не знаю. Я могу ускорить, в принципе. Давай, за 7 кристальчиков. Да, пришлось... О, рокотакт. Так, его, возможно, высечь.
Высечь надо, да. Хорошо. И куда его высечь? А, так, давай, наверное, инвентарь вот здесь включим. Один. Вот сюда давай его. Ой. Высекаем, да? Высечь, да. Все, все? Да. Иу. Это вот этот четырехэлементный, который внизу у нас находится. А-а-а. Это какой? Вот этот, вот да? Вот этот. Он, кстати, прикольный, Зойберг. Да? Барабанщик такой. Лютый. И тут прям какая-то здесь более позитивная мелодия. Здесь потом можно будет попробовать еще повыводить, может быть, каких-то монстров. Ага. Ну почему, раз уж мы здесь, надо что? Посмотреть, кого, например, ну, так не можно... хватает. Так, нельзя не, посмотреть? Кого не хватает. Это в магазин заходишь. Вот здесь, да? Да. Как бы? Хорошо. Так, магазин. Магазинус. Кого и у нас монстры, тут? Да? Монстры, да. Блин, вот эту, конечно. Ну, тысячу, конечно, извините, куда деваться. Я имею в виду, можно каким-то образом вывести. Ребят, пишите обязательно, как геоду, это делать. Да, я не слышал про геоду. Естественно, можно еще здесь этих запихать. Но место я понимаю, потому что в каждом новом острове прокачивать замки очень дорого. Слушайте, правильно? Ну, получается... Из вот таких суперновых у нас здесь все выведены. То есть можно отдыхать, идти дальше. Ну, потом, да, потом. Я если что займусь, что, ребята, вы пишите, как вот этих суперкрутых получить. Конечно, может загуглить. Но вместе мы сила. Так, хорошо, в общем, собираем здесь монеточки. У нас кто-то тут растет. Это Кустива, но я хотела ее продать, она просто была мне ни к чему. Слушай, пришлось... можно... Что у нас тут вот еще? Вот сюда нам надо. Вот сюда. Да. А потом мы пойдем еще этих вублинов посмотрим. Вублинов смотреть, да. Обязательно. И ваши острова. Ваши острова мы тоже обязательно вот посмотрим. Вот здесь собираем, во-первых. А во-вторых, надо ускорить. Так, вот ну это сначала дело. Мы посмотрим. Замечательно. У меня она, видите, в крутом скине. Вот этот у нас новый. Вывели за кадром, потому да. что уж это для хотелось. Вублинов требовалось. Они вообще клевые. Да вон, смотри, ну, у него. Компашка прям очень крутая. Это офигенный остров. Так, ладно. А, короче, вот здесь надо ускорить, ага. потому что места не хватало. Цена, скорее. Конечно, кусается, по 3 миллиона. Кусается. Но зато опыта. Так, кого и куда? Вот этого. Выращиваем, он да? с одежды у нас какой-то, ну... Вау. Окей, окей, окей. С это лопатками, он от... видишь, да. Ну, окей, окей. Естественно, куда ты его ставим. А, он... Я думал, сейчас за кадр улетит вообще. Неплохо. Так, размещаем его, конечно же, надо. Ну, я не знаю. Я не знаю, пока... если... Ну, пока здесь. Так. Ты там, если что, расставишь. А, да, его надо покормить. Пускай на четвертый он... уровень. Да. О, он такой какой-то нормальный звучок да? добавляет. Вот это, кстати, у меня эта песня, вот эта... Заела. Парарарам. Да. Пипец, я хожу целыми днями напеваю. Опасно. Вот этого надо... Что? Ну, подождать, потому что или ускорить, я не знаю, за 10 бриллиантов можно, кстати. Ускорить. Ну да, высечь, мы его пока не можем никуда. И размещаем. У нас уже есть такой, но еще потом продадим. Так, ну вот он. Можно попробовать вот на этом острове как раз кого-нибудь еще высечь. Заходим в магазин. Хорошо, сейчас. Просто так проще узнать рецепт, кого там скрещивать. Я понял. Так, здесь так. мелодия. Ну, эти, вот это интересные пошли. Короче, воздух, листочек и воздух, листочек, огонь. Или, допустим, камень. Воздух, камень, огонь. Короче, давай пробовать. В общем, огонь стандартный элемент здесь должен быть, я так понимаю, да? Да, воздух. Так, вот этот, допустим, и листочек. Вот так. Да. Пойдет? Да, давай Давайте пробовать. Посмотрим. Не факт, что... Блин, не получилось. Будем еще? Так два бриллианта всего. Так, его ой, как? Он с этим, с каким-то... Шмоткой. То есть шмоткой. Лучше ускорим. Блин, ну давай, да, интересно. Посмотрим. Ого, синенький какой-то. Вау, видите, он тоже за кристаллы, по-моему. Замороженный, отмороженный. Если что, мы того потом продадим просто. Ну да, пусть. Все. Так, хорошо. Дубль. Так, да. Попробуем. Может, надо будет здесь поставить потом. Огонь, камень и листочек. Или у нас а, был... Нет. Это надо с воздухом. Ну, вот этим воздухом, да. И листочек. И листочек. Ну, ладно. Листочек. А у нас... Вот он. И хорошо, хорошо, хорошо. Все, все, все. Я забыл, что тут не прокачано. Давайте. Блин. Тут долго порой. Давайте, ладно. Ускорим. Всего два так кристалла. Да, да. Это высекаем или что? Да, давай попробуем, если есть куда. Ну, добавляй. Пусть. Без разницы. Хорошо. Такс. И можно... еще. Да. Еще. Здесь, или... правда, знаешь, что, мне кажется, в чем проблема? Что?
Но здесь факелов нету. Да, но на самом деле иногда и без факелов. Ну давайте факела еще за кадром поставят, а мы сейчас попробуем еще раз. Таким же образом. Ну давай его, если не получится. За 10 кристаллов. Это вот кто, интересно? Ну, будем давай ускорять, что ли, смотреть. Давайте. Ну, этого можно... Вот это есть у нас. Что с ним? Ну, я не знаю. Либо продать. Либо подождать пока. Либо подождать, да. Давай еще раз попробуем кого-нибудь. Так, за нами пришли. 6 hours later. Итак, мы вернулись. Нам сказали, что нужно обязательно лайкос поставить. Да. Зайти в Дискорд, подписаться в Телегу и ВК. Так что знаете об этом. Ладно, давайте попробуем еще раз вывести. Только в этот раз чуть-чуть по-другому себя поведем. Давай, может быть... С камнем, что ли? С камнем, да. Или вот этот, например. Ну, без разницы. А... Вот ну... этот с огнем. За 20 кристаллов! Что-то интересное. Это что-то крутое. Давайте ускорим. Стой, погоди, но ты для этого должен сначала того вылупить. Mm-hmm. Ну давайте вылупим. Сколько там нам будет? 10? Ну это того стоит. Этого может продать. Интересно, сколько за сколько стоить? Он? 102... Как считаете? Ну, давай, ну давайте продадим, ладно. Пусть отправляется. А здесь мы, естественно, ускоряем. И... Ух. Даже просто интересно, кто это получился-то. Вот, трубочайка. У нас такое есть? Нет, нет. Нету. То есть... Это кто-то новый. Ну, может, подождем? Подождем, да, потом. Побережем выпится. Денежки, так скажем. Ну, здесь, короче, у нас это все. Было круто. Это он был... было... Да кто спорит, что ли? Капец, а четырехэлементного, наверное, тут Unreal вообще. Ладно, я тут думаю, здесь не сильно развито, да, я так понимаю. А тут у нас вообще не открыто, их надо покупать. А, ну и фиг с ним, не больно ты хотел. О, бублины. Гублин. Это, конечно, хорошо. Но давайте сначала давайте, в племя да, заглянем. У нас оно пополняется, но почти полное забито. А, и, кстати, ребят, объясните, чем отличаются. Есть же такая фишка, что зеркальные острова. Да. То есть... Это интерактив на сегодня. Пожалуйста, напишите. Да. Пояснение в студии, пожалуйста. Вот мы все втусим. Это вот что у нас? Какие-то кристалльчики интересные. За них можно что-то покупать? Что-то тут есть, да. И... Надо бы узнать это. И вот это у нас тоже тут. Это я вот потратила для того, чтобы купить одного редкого монстра. То есть вот у нас, так скажем, 116 уровень племя, а был, по-моему, выше уровень. Ну, разве? Да, по-моему, 200 какой-то был. Да, ну не знаю, в любом случае. Ну да ладно. Да, кто-то, видишь, скукожился, он был более крупного размера, стал первого уровня. Может, заменил. Может быть, я не знаю, в чем дело. Ну да ладно, это не столько важно. Мы еще, кстати, этого монстра не открыли даже. Хорошо. Нам нужно перейти, значит, небожителям или к этим... Гублин. А, гублинам. Небожители, это потом как-нибудь. Все. Ясен трясен. Короче, фишка в том, что вот этот у нас был открыт. Так. Мы помним. А за них иногда там то кристаллы, то монеты выпадают. Нам ребята говорили, что ферму вот из этих делать вот можно. Вот этот у нас, надо его пробудить. А-а-а. Я же заполнила. А вот все вот эти, которые... И вот этот тоже надо будет его пробудить. И вот этот? Нет. А почему не один? У меня три штуки. Ладно, хорошо, давайте займемся-то. Разбудить, да? Разбудить, да. Посмотрим заставочку, как это выглядит. О. Вау. Ну, выглядят они крипово, я так скажу. Ну, он Зинт. Клёвый, мне вот он нравится, прям красивый. Ага, да, я вот у ребят слышал. Но, знаете, как бы, с одной стороны, ферму можно делать, а вот хотелось бы услышать все-таки полную композицию. Да, но некоторых, конечно, вообще непросто открыть. Кого еще? Вот. Так, у нас мелодия теперь. Какой-то Рамштайн интро, так. Так, его будем. Добавочка какая будет? Что он делает? Здесь прям техно какой-то, не знаю. Да-да-да. Чисто электронщина. И прям еще слышно. Да. Кто-то Жесть. Еще есть? Да, вот есть. Ништяк. Слушайте, ну это круто, у нас прям такое полноценное пробуждение. Вау. Вау. Вот он клевый. Офигеть. Вот он прям Слушайте, хорошо добавляет. Слушайте, фига себе, я какого крутого открыла. Да. У нас вот есть еще, это вот к Мише вопрос. Че? Готов ли он потратить? Готов. Я готов. Вот у нас еще есть. Короче, жмешь, да. Погоди.
Стою. Фишка в том, что когда ты не успел, например, ну, дособрать, то тебе предлагают, либо ты можешь... продать это все. За монетки, либо вот, типа, вкинуть еще 120. Стоп, и... погоди, либо монетки, и что будет? И просто обнулиться. Либо ты докидываешь... Да, давай докинем. Давай докинем. Тут 4 яйца не хватило у меня. И мы его пробудим, да, тем самым. О, ну, конечно, нам же нужно видеть. Все ради вас, ребят. Вау. И в том числе, чтобы самим было, блин, известно, кто класс. Это. Литка. А, как офигенно он выглядит. Ну, выглядит круто. Он прям классный. Теперь у нас... Ну, ребят, ну, смотрите, солидно. Солидно. Я еще пытаюсь сейчас одного, как бы, ну, дособрать вот этого вот хочу. Ага, ага. А, ну, ребят, не видят, вот, вот этого покажи, вот этого хочу, да, но тут еще, как бы, сами он редко бьет. Вообще у него, то есть, вступление... Сейчас, погоди, просто затихло. Нет. Сейчас, перезайдем. Что-то жесткое случилось, еле-еле обратно в игру зашли. Да. К счастью, кстати, что? Интересно, вот есть еще остров Небожителей. Так, у нас тут никого, здесь надо перемещать наших серьезных ребят и уже здесь тут скрещать. Тут, по-моему, нет. Вроде как в коллекции или там в магазине они это... О, тут за что-то совершенно непонятно. Да, за, их за кристаллы только, по-моему, можно. Какие-то какашечки какие-то засохшие. Или за что-то, короче, ребят... Пояснительная бригада. У меня мысль, что их надо сначала купить за кристаллы, а потом их тоже наполнить. Как-то пробуждать. Угу. Но, как бы, вопрос, если это не сложный, так, то пояснение опять же в студию. Хорошо. Хорошо, пояснение в студию по поводу зеркальных, по поводу вот этих товарищей. Да, у нас, по кстати, поводу небожителей. С Вублинами мы разобрались, как видите, я уже прям максимально стараюсь количество открыть. Хорошо, итак, давайте рандомно кому-нибудь пошлем ключик, допустим, пил. И пойдемте посмотрим кусок хлеба. Почему бы и нет? Вау, такая еще прикольная у него аватарка. Посмотрим, мне кажется, самое главное, как Кестрова. Если будет сейчас вообще работать, как а видите... А мы нажали идти-то, да? А я что, я же не мог... Ну, я нажал посетить. Я нажимаю посетить, и ну как и так? И ничего не происходит. No, God, please, no. Что-то пошло не так. Видать, какое-то либо обновление накатывает, да, либо еще что-то происходит. И не получается посмотреть. Ладно, сейчас, блин, еще раз попробуем. Ну, жалко. О! Понятно, нас выкинуло нафиг. Ребят, ну не знаю, по техническим причинам мы не смогли посмотреть ваши острова. Простите, посмотрим в следующий раз, когда накопится достаточно какой-нибудь информации, да, и все ваши советы. Скомпилируем, что-нибудь сделаем. Короче, на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.